Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и, ребят, спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете канал своими лайками, подписками на канал. Поверьте, вы не зря подписываетесь, потому что именно на моем канале вы найдете честные обзоры на технику, такой, какая она есть, руками среднего танкиста, не скилловика, и на товары в магазине, тоже такими, какими они есть на самом деле, с вероятностью выпадения чего-либо из контейнеров, если ваш аккаунт не подкручен. Ну, короче говоря, если вы обычный простой игрок, если о вас не знает Wargaming и вас не поддерживает, то подписывайтесь на мой канал, поверьте, мы найдем с вами общий язык. Отдельное спасибо тем ребятам, которые поддерживают канал финансово, бросают донатики по ссылке, которая есть в описании, а также отправляют подарки через игровой магазин. И в данном видео я хочу открыть очередной подарочек от моего зрителя, от Анатолия. Анатолий, спасибо тебе большое, мне крайне-крайне приятно. Ну, прям до безобразия. Я не знаю, что внутри, мы с тобой ни о чем не договаривались. Что бы там ни было, я уже, ну, просто безумно счастлив от самого факта получения подарка, а тем более накануне Нового года. Ну что, ребят, давайте будем распаковывать, смотрим, что Анатолий прислал. Анатолий, спасибо большое, просто-таки огромное, получаем как минимум слот в ангаре, ФЦМчик у меня есть, но будет компенсация, тоже крайне классно, 25 бустерочков, X5... просто шикандос, будем потихоньку фармить, прокачивать ветки, 7 дней према и французский контейнер. Безусловно, мы сейчас с вами откроем французишку, будем так это называть. Ну что, давайте посмотрим, что нам выпадет из французского контейнера. Ну тут много чего, конечно, может упасть, но согласитесь, огромное количество есть вот этого вот, извиняюсь, фуфла, которое мало кому интересно, если, конечно, не считать золотишко. Ну, а что касается меня, ребят, я в отношении контейнера очень сильно не фартовый, скажу откровенно. Кто не знает, многие уже слышали, наверное, за 8 лет игры в танки мне выпала одна машина из платного контейнера. Одна, ребят. Из огромного количества контов, поэтому я никогда не рекомендую покупать контейнеры, сколько бы они ни стоили. Это, безусловно, на любителя нервы пощекотать, но я бы рекомендовал вам все-таки вашу голдишку тратить на что-то конкретное, вот допустим на новогоднем аукционе купить конкретное транспортное средство. Ну а сейчас держу пальцы крестиком, очень сильно надеюсь, что выпадет все-таки машина. А, давай! А, нет, к сожалению, нет. Ну, в принципе, я не удивлен. Вот серьезно, но я не удивлен, но крайне счастлив подарку от зрителя. Что может быть гораздо лучше, чем подарочек от зрителя, от любимого, ну, не знаю. Наверное, только подписка на канал, но... Ладно, не будем взвешивать, ребят, нечего тут взвешивать, честно говоря. Короче говоря, вот так вот мне везет на контейнеры, но в любом случае, Анатолий, огромное-огромное спасибо тебе за те эмоции, которые тобой были мне сейчас дарованы. Я крайне-крайне счастлив. Спасибо тебе большое, ребят, ну а вы возвращайтесь на канал, смотрите все новые и новые честные видео, я думаю, нам будет с вами весело. Всего хорошего, приятных покупок на новогоднем аукционе, ну и фарта в боях. Мира вам, ребят, и спокойствия. Пока-пока.